Привет, дорогие друзья! Привет вам с Тайваня! И радостная новость сегодня. Сегодня, наконец-то, получилось у нас организовать дегустационную встречу 30 декабря вечером в 6:30 в клубе на Дмитровке. У нас будет замечательная предновогодняя дегустация. То есть это будет большой праздник, вот, потому что будем пить только эксклюзивные сорта, в том числе всякие новинки, интересные коллекционные лауча, которые, кстати, сейчас вот как раз здесь нашел. Чуть-чуть пробничков привезу специально для угощения. Вот. И, естественно, кое-что из моей коллекции, естественно, может быть, кое-что из самых дорогих чего из ассортимента, но большей частью будет эксклюзив, полный эксклюзив. Вот. Небольшое преддверие этого полного эксклюзива было у нас на дегустации в Питере. Вот. Но так или иначе, я надеюсь, что будет даже, может быть, еще интереснее. Кроме того, мы еще успеем сделать праздничный розыгрыш. Я вообще, честно сказать, не очень это люблю, но мне ребята посоветовали, давай, говорит, сделаем еще такую штуку. Но я думаю, что это будет все равно весело и прикольно. То есть мы решили разыграть первую штуку. Первую – это чайник Сюсю Дюня. Это один из нашего ассортимента, не скажу какой, но это будет проносировано непосредственно дегустации. И вторая штука, второй приз – это будет чай на 5000 рублей, то есть 5000 рублей в копилку, которые можно будет, собственно, сразу же, тут же и отоварить. Прямо на дегустации, то есть посреди дегустации будет небольшой перерыв. И вот перерыв, значит, мы, каждый, там у нас браслетики, да, раздаются, каждый напишет свое имя, засунем это все в шляпу, и кто-нибудь там у нас достанет оттуда два, значит, браслетика, один из которых будет чайник, второй из них будет чай на 5000. Я подумал, что пускай будет кому-то такой классный подарок, вот, ну, а всем остальным, кто не выиграет этот подарок, будет сам себе подарок, это дегустация, потому что постараемся сделать ее очень интересной. Естественно, как всегда, расскажу о каких-то новых штуках, которые я узнаю за последнее время, вот, скажу о чае, наш опрос отвечу, и попьем просто самое топовое, что у меня есть вообще. Вот прямо сейчас пойду, кстати, к одному дядечке, у которого есть, по-моему, 20-х годов фошел. Вот я не буду прям его обещать, но вот что-то вот такого формата тоже будет. Это очень-очень-очень-очень, никогда такого не пили вообще. Так что всем пока, до встречи.